Видов спорта. Ну что, мне кажется, наступило время немножечко пошалить. Вы на канале Мечта летать. В небе закат. А мы решили чуть-чуть пошалить, как мы это часто делаем. Эй-гей-гей-гей-гей-гей! Понеслась нелегкая. Ну смотрите, что здесь бывает. Во-первых, тень. Мне дико нравится гонять собственную тень на скале. Во-вторых, можно забраться вот так по скалы, под скалу и вот так рядышком. Ну, посмотрите, какой кайф. И главное, что деревья, вот они, золотая осень наступает. Посмотрите, вот они уже, деревца подернулись, чуть-чуточку подернулись уже желтизной. Ну, даже здесь не совсем желтизна, здесь деревья краснеют. Оп! Мы летаем сейчас в слабом-слабом динамическом восходящем потоке. Ветер буквально 11 километров, 15 км в час. То есть, по идее, воздуха уже еле-еле хватает для... Ну, ветра хватает, чтобы мы держались. Я был повыше, пару сюжетов сняли. Ну, и я подумал, что почему бы глубоко уважаемым любителям летных видов спорта не заснять, как мы вообще день заканчиваем. Вот мы начали летать в час дня, и сейчас у нас уже 8 час. Солнце, как вы видите. Ну, осень 15-е. И какой сегодня? 16 сентября? 17-е. 17 сентября, друзья, сегодня. Вот. И при этом вот так мы прекрасно на плане летаем. Сегодня у нас было нашествие муравьев. Плюс еще присутствует какая-то хрень. Такая летающая гадость. Какие-то муравьи перелетные. Вот это реально муравьи. Сейчас я вам покажу. Фу! Посмотрите, они садятся на мою лапу. И начинают... Фу! Видимо, от того, что я вас снимаю. Видимо, поэтому они сюда все прилетели, чтобы вам показаться. Мы пытались помыть планер после адских дождей, но вот, собственно, как это выглядит. Это какой-то кошмар. Перелетные муравьи, им нравится белый планер. Ну и сейчас мы их будем сжигать. Сдувать потоками воздуха. Вот такая вот сложная метеообстановка, цирк, муравьи. То есть напоминает какой-то сюрреализм, честно говоря. Кажется, что ты в психическом каком-то доме. И какой же здесь красивый свет. Я просто не могу. Настолько красиво, что хочется летать еще и еще. Ну и показать вам это все. Чуть бы, конечно, яркости добавить солнцу, но оно, видите, уже совсем закатное. Вот этот момент красивый. На нас бросается планер. И еще разочек, смотрите. Такие пещерки. Очень красивая скала. Прям волшебная скала. И вдоль нее вот так можно летать. Некоторые из вас скажут, что я маньяк и летаю к скале слишком близко. Друзья, ну, во-первых, не слишком близко, потому что я чувствую вот это расстояние до этой горки. И мало того, я его постоянно тренирую. Зачем это нужно? Естественно, я начинал с большей дистанции, потому что ты, чтобы безопасно летать, должен сначала, ну, ты должен реально чувствовать вот это расстояние до склона, и при этом планер должен очень хорошо пилотироваться, и вам нужно хорошо пилотировать, то есть он контролироваться должен пилотом. Сейчас из позитивных факторов не очень сильный ветер и практически нет турбулентности, то есть планер не качает, то есть вот если посмотрите на крыло, оно даже не шелохнется, не дергается, то есть поток очень ламинарный, то есть ветер, хотя нет, вот сейчас шелохнуло, накаркал. И вот скорость я держу при таких проходах, ну, 110-120,
когда я не близко к рельефу. И если я хочу пошалить, как вот я вам показывал, да, вот в этом случае я увеличиваю скорость, ну, тем более, что я хочу поближе к склону снизиться. И за счет большей скорости, например, я лечу на 150, я прекрасно контролирую планер. То есть планер управляется на высокой скорости очень точно. Вот сейчас 150, я кончиками нервов его чувствую. И вот сейчас я могу себе позволить летать очень близко к склону, потому что я в любой момент могу отвернуть от склона или просто поменять эшелон, там, подняться выше. Вот, например, сейчас захочу вверх, сбрасываю со 150, оп, на 120. И видите, я вверх пошел. Хочу вниз, сбрасываю со 120, на которых был, например, до 200. Смотрите, я сейчас подножью этого холма скину. Сейчас скорость 200, например. Видите, все под контролем. Оп. Но, как говорится, надо все-таки думать еще и о том, что нам надо до дома долететь. А дом у нас вот там, за горой. И приземлиться, потому что у нас там клоуны, цирк и прочие прелести. Поэтому я, пожалуй, сделаю вам крайний проходик. И мы это видео продолжим посадкой. Потому что посадка сейчас будет тоже веселая. Во-первых, она будет вечерняя. Во-вторых, я даже не могу себе предположить, как же мы будем приземляться с точки зрения ветра. То есть ветер сейчас 21 км в час уже. И, похоже, нам придется приземляться против ветра. Тогда мы будем от цирка заходить. То, что у нас цирк на аэродроме. Или будем в цирк приземляться. То есть со стороны по ветру садиться. И тогда мы рискуем цирк разнести шапито. Ну, поэтому оставайтесь с нами, друзья. Все будет достаточно быстро. Я делаю крайний проход и пойду в сторону аэродрома достаточно энергично. Поэтому не думайте, что я ваше время буду сейчас еще тратить на всякие такие красоты. Я крайний проход... Ой, как сейчас свет еще лучше стал. Да, слушай, свет вот сейчас прям идеально совершенно. Ну-ка, главное, в скалу сейчас не метелится. Контроль, как я вам говорил, да, то я сейчас контролирую планер на высокой скорости, мы ровненько идем. Чем сильнее турбулентность, тем, естественно, я был бы дальше от склона. Сейчас, с учетом того, что достаточно мягко, я вон, видите, прям чуть ли не в дырочку вот здесь прохожу, вот. Оп! Такое ощущение, что, да, если на крыло смотришь, то кажется, что крылом цепляешься за гору. И сейчас я вам покажу очень красивый маневр. Друзья, смотрите, вон птички летают. Смотрите, вот так вот я втыкаю нос планера в землю. И вот так по склону. Оп. Все. Пошел в сторону аэродрома. Почему я так нырнул? Я всю энергию, которая была у склона, скушал, впитал ее. И сейчас могу себе позволить сбросить уже немножко скорость до 150. Сейчас мы идем против ветра, поэтому я иду на высокой скорости. И плывем к аэродрому. Как вы видите, кажется, что мы до него не долетим. Компьютер показывает, что мы придем 43 метра над аэродромом. Ну, давайте посмотрим, кто прав, компьютер или мы. Безумно красиво вокруг. Все населенные пункты уже ложатся спать. Телефон, к сожалению, снимаю я сейчас на iPhone, не передает всей этой красоты, потому что просто он там где-то цвета как-то вытягивает, еще что-то. Получается, ну, солнце, конечно, намного красивее сейчас, чем... Вот вы эту серость какую-то видите. И, конечно, очень много бликов. Мне надо отполировать фонарь. Очень уж он грязный. Все, мы блики исчезли. Мы зашли в тень. Где-то там, прямо по курсу, на 5 километрах аэродром. Высота у нас над аэродромом где-то 350 метров. Ну что, погнали? Ох, как это тревожно. Не переживайте, я не нагнетаю обстановку, но я... скажу, что мы действительно достаточно низко. Вот можете смотреть. Кто там? Да, на пифдебюре ротор. По склону я шуршу. Машины какие-то ездят. Населенный пункт Лободима-Телеон, в котором я живу, прямо по курсу. Да, слушай, будем садиться так на пределе. Проход над цирком. Вроде как по ветру мы все нормально. Так, взял управление. 15 км в час ветер, друзья. Все, сажусь по ветру, принимаю решение садиться по ветру. Сейчас будет вам проходик по цирку. 200 скорость, конечно, будет такой энергичный у меня заходик. Проверяю, если кто на аэродроме. На аэродроме уже никого нет, все давно спят. Один цирк у нас. Цирк еще спать не лег. Ну, давайте посмотрим, как там клоуны.
Оп! Ю! Все, и теперь спешно, друзья, выпускаю шасси. Оп! Оп! Так, планер. А что там? Ни хрена себе. Тут я вообще не понимаю, что творится. Не, это белая тряпка. Фу, я уж думал, планер разложился. Кошмар какой. Сэр Лоботин, директор Downwind Landing to North, to South. Блин, ну мне сейчас вираж делать жесткий. Это заходик. Неожиданно. Слушай, у нас вода льется из интерцепторов. Надо вытереть будет. Блин, ну мне сейчас вираж делать жесткий. Это заходик. Неожиданно. Слушай, у нас вода льется из интерцепторов. Надо вытереть будет. Как некрасиво он положил этот чехол, честное слово. Очень страшно. Ну да, то есть смотришь, как будто, как будто у планера хвост отломан, ага. Друзья. Все ужасно выглядело. Вот он, герой. Большинство нормально сели мы по ветру, не надо было заходить. А планер, видимо, против ветра. Будем съезжать, пытаться заехать к своему домику теперь новому. У меня новое парковочное место, друзья. Я к нему еще не натренирован съезжать. Но вот, видите, пытаюсь. Ой, какие же здесь ямы. Слушай, опять позорно не доедем. Вот этот планер нам мешает. Так мы доехали бы. Друзья, новое место парковки. Это какой-то позор. Во-первых, яма. Во-вторых, видите, нам надо 180 градусов развернуться. И вот наш прицеп. Не доехали мы. Ну а скорость я боюсь перебрать, потому что, знаете, непристреленное место. Да и кучек. Фух. Ну что, цирк там в порядке, с ним все. Слушай, ну меня, конечно, планер напугал. Я прям не. Сам испугался, я бы тебе сказал. Я думаю, что такое, думаю, как можно же так? Открываться? Открывайся. Ох, друзья, вот такой получился ролик спонтанный. С одной стороны, начало было веселое, концовка тревожная. Это то, что меня этот планер, то есть так как все лежало, выбил из нормальной колеи, поэтому я смотрел, что там творится, и в данном случае немножечко приблизил точку третьего разворота к четвертому, то есть я фактически на 180 градусов развернулся достаточно жестко. Ну, конечно, на посадке это неправильно, то есть лучше следовать стандартной процедуре, как можно меньше на что-то отвлекаться. То есть вот сейчас, при моем даже опыте, вот это отвлечение, на как показалось мне планер, с которым что-то случилось, вот уже мне реально мешало на посадке. Так что постарайтесь, во-первых, что можно сделать? Ну, не заходить коротко, то есть вот такие вот финишные заходы, низкие там с проходом над цирком и так далее. Все, видите, это концентрирует на самом деле финишную точку, которая получается острая. То есть вот видите, да, как сочетание, то есть можно же было по прямой, через центр, повыше, вот, но через цирк, соответственно, дальше вторая штука, увидели планер, тум, второй кусочек, и мог быть третий. То есть, например, если бы я там еще ниже был бы, если бы я там решил как-то разворот неправильно сделать, что-то перепутал бы. Вот это был третий и последний, ну и в данном случае финишный кусок, который бы действительно сделал бы нам проблему. Вот, поэтому вот вам, пожалуйста, ролик. Начинался он как просто смешной, а закончился как поучительный. Не делайте так. Вот. Да, красиво, как ученик говорит. Луна, там все. Да, луна. Ну а что? Да, до новых встреч. Погода бомба. Контент вот такой огонь получается. Фу, скорее домой кушать. Bye.
Пара-пара-пара.